Всем привет, на связи Сай, прямиком из магазина Ars Music, и сегодня я расскажу про один из самых популярных инструментов у современной молодежи – про укулеле. Укулеле – симпатичная маленькая гитарка родом с Гавайских островов. Популярна своей компактностью, простотой игры, дизайном на любой вкус, а также весьма универсальным звуком. У укулеле бывают множество размеров, но популярнее всего три размера – сопрано, концертное и тенор. Чем больше укулеле, тем больше в ней появляется обертонов и тем глубже и объемнее звук. Однако это услышит не каждый, и поэтому в случае размеров, как по мне, разница лишь в удобстве и компактности. В сегодняшнем обзоре я покажу три инструмента – миленький простой FOX, готическая черная Flight Blackbird и концертная Flight Diana. Начнем с того, как на этом инструменте играть. Есть два способа – мелодия и аккорды. Мелодию вы можете сыграть, если просто будете зажимать струны на каких-либо ладах, вспоминая уже существующую песню или сочиняя свою. Играя аккордами, вы можете сочинить свою песню или отыграть уже существующую. Просто гуглите аккорды в интернете, затем гуглите, как их зажимать. К примеру, есть классный сайт Ukulele Chords, там все вроде понятно и доступно расписано. И играйте. К примеру, возьмем три аккорда. C, G, F. Теперь, когда вы знаете, как играть на этом инструменте и вам уже не терпится его приобрести, я покажу вам три разных по ценам и качеству укулеле. Оиксы. Скутеры. Простенькая и недорогая укулеле с матовой отделкой и выбором любого цвета радуги. Сделана она из углеродного волокна, соответственно, звук не самый шикарный, однако за свою цену играет. Также она чуть-чуть более увесистее своих товарищей по обзору и из-за слабоватых колков чуть-чуть быстрее расстраивается. Однако, пожалуй, на этом все ее минусы заканчиваются. А в качестве плюсов могу выделить насыщенный низкими частотами звук, доступную цену и выбор цвета на любой вкус. Также FOX отлично подойдет в качестве сувенира и украшений для комнаты, однако в отличие от прочих сувениров, этот сувенир умеет играть приятную и красивую музыку. Flight Blackbird. Черная, стильная укулеле с более ярким и чистым звуком. Ее не зря прозвали Blackbird, потому что во время игры реально появляется ощущение, будто рядом с тобой сидит и тебе подпевает маленькая черная птичка. У Blackbird значительно лучше, благодаря чему настройка происходит значительно быстрее, а расстраивается она дольше. А ламинированное покрытие и входящий в комплект чехол делают ее неприхотливой в уходе и подходящей для путешествий. Подходящая как продвинутому музыканту, так и новичку, Blackbird порадует вас приятным звуком и отличным дизайном, что добавит последний штрих в ваш образ. Концертная Flight Diana. Большая, роскошная, с верхней декой из массива кедра и корпусом из орешника, и нет, это чудо природы не весит как шкаф. Даже при своем размере она всего лишь на пару десятков грамм тяжелее Blackbird, и все эти особенности материала придают ей не только тактильную приятность, ее просто приятно держать в руках, но еще и чудесный звук. Это и та самая глубина FOX, яркость Blackbird, но все это живо и играет вместе. Колки у Дианы вообще чудо, и настраивается она очень быстро и очень долго держит строй. Ну и вы просто посмотрите на них, это же стимпанк! Подходящая по дизайну почти ко всему Диана в комплекте с крутейшим чехлом станет отличным спутником для вас в путешествиях, и неважно, если это путешествие в далекие страны или в соседний двор к друзьям на новогоднюю вечеринку. И вот наш итог.
Компактность укулеле позволяет носить ее в уютном чехле куда вашей душе угодно, но все же не рекомендую носить ее в плохую погоду или зимой, потому что укулеле, как и многие другие музыкальные инструменты, боится холода. Универсальность этого инструмента делает его приятной изюминкой в музыке. К примеру, в одной из песен со своего будущего альбома я смог сделать ее звук похожим на какой-то японский струнный инструмент. Теперь вы знаете чуть больше об этих чудных инструментах и что подарить своим друзьям на Новый год или день рождения. Далее выбор за вами. До связи! Этот сувенир умеет играть приятную и красивую музыку. Отлично! Даже при своем размере она всего на пару десятков тяжелее Blackbird'а. На пару десятков? Такой верность, ну на пару десятков тяжелее. Даже при своем размере это нифига не гитара, это укулеле. А еще это офигенный шейкер. И вот наш итог. Компакт-диск. Холодильник. Может, это там фиксик внутри? К примеру, в одном из треков своего...